Леонид Агутин еще в прошлом году вошел в тройку лидеров среди самых востребованных отечественных знаменитостей, да еще за свои выступления певец просит не такой уж высокий по звездным меркам гонорар в размере 3 миллионов рублей. Поэтому неудивительно, что в декабре и начале января график исполнителя был очень плотный, а иногда ему приходилось давать по 3 концерта за день. Однако сейчас артист может передохнуть, причем не только от выступлений, но и от съемок. Дело в том, что Агутина не позвали в новый сезон шоу «Голос», где он обычно сидел в жюри, а его место занял Владимир Пресняков. Певец не комментировал внезапную потерю работы, но на фоне этой новости появилась другая: у мужа Анжелики Варум обнаружили миллионные долги. Если верить налоговым данным, артист не выплатил государству 7 872 тысячи рублей, однако не уточняется, за что именно исполнителю начислили эту сумму. Можно предположить,